Хуба! Всем здорово! С вами, как всегда, ваш дорогой браток, и мы с тобой продолжаем играть в Clash Royale. Всем я желаю приятного просмотра, приятного аппетита. Ну что же, друзья, в общем, остановились мы с тобой на том, что я апнул 4200 кубков и бомбанул. Серьезно, друзья, я просто офигеваю. Я теперь очень-очень понимаю других ютуберов, которые ругаются, матерятся в этой игре. Правда, потому что это жестко. О, Дучи, спасибо тебе огромное, братиш. Спасибо огромное. Также мне там, по-моему, ProGamer также карты дал. И мы можем... Блин, чуть-чуть. Три карты не хватает. Мы с тобой как раз банду гоблинов бы сейчас прокачали. В общем, для меня это сейчас прям самая лучшая колода. Мне она очень нравится. Я сейчас вроде как... неплохо ею играю, но как дофига ошибок до сих пор у нас все равно идет. Эликсирный голем, отлично. Давай, выбиваем летучие мышки. Для меня, кстати, летучие мышки прям вообще, не знаю, просто офигенная карта. Но писали то, что эту карту на самом деле немного пофиксили. На самом деле она раньше была намного жестче. Ну, блин, мышечки маленькие. В общем, отправляемся, ребят, кстати, забрать награду, что у нас. Я, наверное, вообще в этом сезоне пока не буду забирать. В конце мы с тобой все это заберем и посмотрим, что же будет. Блин, еще долго, 21 день, к сожалению. А тут мы с тобой, в принципе, можем вот такой сундучок забрать. А почему бы и нет? Давай, иди сюда. Эпический, да? Сундук. Так, торнадо. Зеркало. И дофига. Ох, пека, 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 пека. Я недавно узнал, ребята, правда, недавно. Знаешь, как я узнал? Многие говорили в комментариях, типа, пека это... женщина, как бы. Женщина мечты там говорили. Ванко, по-моему, так говорил. Я поначалу думал, ну это рофл какой-то, прикол. Пока не увидел в Clash of Clans, да, именно, в Clash of Clans на 8 марта ивент, где было 6 девушек. И пека там тоже как бы типа был. А точнее была. То есть это официально, прикинь, все-таки девушка. Я в шоке, правда, друзья. Я просто в шоке. Как бы пека, что бы. Ну ладно, окей. Так, друзья, начинаем играть. Я сейчас немного поиграл без записи. Спасибо, вот. Делаем. Немного без записи поиграл. Отлично, все получается. Все великолепно, друзья. Сейчас же включаю запись. И я чувствую... как бы тебе сказать, бро. Чувствую, что мы сейчас можем и просрать. Так, банду гоблинов сзади давай-ка поставим. Ох ты, блин. Так, давай, давай, давай. Нормально, нормально. Идите. Идите, мои маленькие. Давайте, давайте. Ох, красавчик просто. Молодец. Шахтер туда еще врывается. Гоблины еще, смотри, блин. Нифига они там урона, блин, наносят, друзья. Нормально, нормально мы с тобой нанесли. Вот так вот. Допустил, конечно, наш соперник ошибку. И мы... ля, но я на самом деле больше. И у него 9 уровень, кстати. Вот что интересно, друзья. Так, идем дальше, наверное. Так, о, дядя, вот это неплохо ты, конечно. Молодец, какой же ты молодец. У него зап, по-моему, уже в... сейчас в цикле точно будет. Блин. Блин, 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 блинский блин. Но шахтер там еще разруливает пока что. Мы можем даже кинуть. Вроде пока нормально. Но он, скорее всего... да, видишь, он не забрал, но... а зап сейчас у него есть. У него есть зап. Стрела у него даже есть. Смотри-ка. Так, нормально, ладно. Нормальненько, ребята. Все отличненько. Теперь вторую надо забирать потихонечку. Так, что будем делать? Он сейчас опять применит... я знаю, что он применит опять шар. Он у него есть. Еще этих, блин. Куда? Куда вы намылились? Не, я могу на тройку забрать, друзья. Я чувствую. Так можно и обосраться, кстати, друзья. Чувствую.
Мне правда, можно и обосраться, ребята. Смотри, что делает, а? Смотри, что мутит, а? Слушай, ну это прям... Вот, ну вот так вот, тютелька в тютельку. Прям, ну... Такое. Ну такое, друзья. Новая лига. Опа. У нас тут новая лига начинается. Искатель 2. 5000. Ох ты, ёкаламене, тут Костян Папуас. Понятное дело, что он тут занимает местечко, потому что там у нас сундучок какой хороший-то. Прям, блин, мне это прям нравится, друзья. Также скоро у нас будет речная гоночка. Это значит, что завтра Легу я буду выбивать. Блин, это просто шикарно, это просто шикарно. Хочу Легу! Ох, вовремя-то, братишка, вовремя. Так, идем дальше, Антонио 005. Эспанита. Мама мия. Так, удачи. Да нифига себе, спасибо. От какого, какого фига, блин? Он разгонится. Блин, он может, да, сейчас задать жару, конечно. Ребятки. Гоблинов копейщиков поставим. Блин, ну мухи, конечно, пипец, орда. Смотри, что делают. Блин, я тут профукал. Друзья, тут я профукал, к сожалению. Ладно, ладно. Ну, шахтер, понятно. Ну вот, 1-1. Так. Так, издалека он ставит... Так, ладно. Хорошо. Блин. Блин, там разогнался этот. Блин, клинки, а какие? Да, тут мы проиграли, ребята. К сожалению. Ну все. Ладно. Ну вот, как я и говорил, блин, как я и говорил, пацаны. Будет жопа. Минус 11 кубков у нас. Так, давай сосредоточься, давай. Блин. Посмотрим, кстати, сколько у него там кубков было. Пека.
Я немного, друзья, помолчу, чтобы... чтоб мы с тобой все-таки попробовали как-то это. Принцесса там. Так, мы пока в плюсе. Он плачет. Охренеть! Просто смотри, что он натворил. Блин, офигеть, что творит мини-пека. Так, надо, друзья, конечно, дожидаться мега-рыцаря. Пам-пам-пам-пам-пам. Давай, ставь, ставь, ставь. Что, не хочешь пока? Блин. Ну, дурачок, конечно. Видишь, ну он понял, что я дурак. Плач, плач. Так, хорошо, хорошо. Ну, блин, опять же все близко, понимаешь? Я здесь вообще уже не выживаю. Я просто здесь не выживаю. Сколько у нас кубков? 4300, да? Да. Блин, забыл посмотреть. Газмяс. Газмяс. Газмяс, газмяс, газмяс. Так, ну давай, погнали. 9-й уровень. О-о-о. Такое все, друзья. Да хорош, блин, бандитка, смотри, что делает. Да ёпара СТ, охренеть, что это за хрень? 9-й уровень. Ну я в шоке. Давай, 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 прикрывай, блин, дядя. Так, играем от дефа. Хорошо, хорошо, я понял. Играем от дефа. Великолепно. Конечно, не успел. У меня же палец, сука, такой же бревно. Странно. Ну все. Просрали все. Говноедство сратое. Да уж. Да заколебало, сука! Ты это чё за говно, говнище-то сраные?
Валькирия, что ты творишь-то, сука? Ну все. Ну все. Ля, молодец, Шахтёрыч, а. Просто чё я так хреново играю? Я просто офигеваю. Еле как и золотой сундук. Отлично. Это просто жесть. Всё, я дальше уже практически не могу двигаться, прикинь. То есть эта колода мне прям помогала на 4000. А сейчас... Посмотри, кто у нас. 9 уровень. Да вы заколебали с бандитками своими сраными. Говноеды вы, вонючие. Ну, конечно. Нормально. Пошел бобер, говорится. Зашибись. Так, у меня есть мега-рыцарь. Его, в принципе, очень-очень могу сейчас запустить так. Отлично. Противник сдался. Бывают же такие хорошие противники, а? Второй раз и сдаются. Вот это я понимаю. Офигеть. Ладно, ладно, меня это радует. Меня это радует, друзья. Давай посмотрим журнал. Проиграли мы вот Антонио. 4300. Как, блин, проиграла? Ладно. Окей. Ну, дядь, 4400 давай, что ли. Играем, ладно, до победы сейчас. Сейчас ждем, когда он там поставит что-нибудь. Понятно, ничего не ставит. Oh,
Так, ладно, хорошо. Шахтер, конечно, могли мы туда его применить, чтобы все отлично было. Кстати, дошел нормально. Свин тут у нас появляется. Блин, жестко что-то. Дядь, блин, это старуха, смотрите, делает, блин. Что творишь, блин? Да сраная старуха, ты что творишь? Ну нормально вообще. Шикарно вообще устроились. Нормально, все, меня вынесли. Из-за этой бабки. Вонючая бабка, охренеть. Сука, понабрали бабок, а? Говно, не рашить, не рашить. Все. Че вот сейчас делать нам? Ну давай дожидаться противника, ждем. Мага. О, отлично. Нормально. Тут что делать нам? Все, хорош играть, я понял, что все просрали. Тут уже все просто. Отлично, отлично. Колоды эти с этим шаром, этим сратым. Как я его ненавижу, а? Ну сколько ж можно, а? Дерьмо. Друзья, на этом будем заканчивать. Спасибо огромное. Слушай, это вообще... Сука, это вот... Что это вообще за дерьмо вонючее? Что это за выпуски такие у меня получаются? Что я в конце... Такой, ну все, да, давайте. Говно, дерьмо вонючее. Нахрен. Скоро будем пасс-рояль покупать. Я просто охреневаю. Блин, дерьмо.